Буровая LF-90. Задубил. Может, вообще шланочки-то надо поменять? Надо бы. А то я думал, порвет. Но с другой стороны, видишь, удобно, что они прозрачные. Прозрачные должны быть. Он не видно, что гоняет. Да я понял, понял. Здесь и должны быть прозрачные. Это буровая Fordia Eider 1100S. Так, 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 так. Самые крупные элементы уберете и все. Салафан подтянем. Вроде сливал. Я ему позвонил. Да что сливал. Это атлас-копка КС-14 Кристенсен. А что-то лежит. На одной площадке собрались три конкурента. Бортвангир, LF-90, Fordia Eider 1100S и атласкопка Кристенсен КС-14. Это редкость. Это редкость. Что за железячки ремонтные? Так. Это у нас будет глиностанция. Сейчас будут ее готовить. Это была LF-90. Отсюда мы вырезали, вытащили. База под что-нибудь другое пойдет. Работа кипит. Декабрь 2016 года. КамАЗик, емкость. Все приперли. Все приперли. Че, Максим, делай? А, сливаешь? Солярка. Понял. Солярка-то чистая хоть. А чистая вроде. Снег оттуда убрал, да и все. Ну и все, проблема решена. А! Ага! Я не против. Это кедрик. Это кедрик. Наш кедр. Так, так, так. Зима. Сегодня -15 примерно. Это наше административное здание с ГП «Геология». Там дастер стоит в максимальной комплектации. Как-то так. Ладно, заканчиваю.
мини-мини репортаж.